Друзья, всем привет! Сегодня в Ереване чуть-чуть дождит, а я хотел бы рассказать по поводу сим-карты. Мы подключились к МТС и вам рекомендуем. Узнаем сейчас цены, какие у них есть тарифы. Родной МТС. Так, друзья, для начала нам нужно взять талон. Выбираем русский язык. Выбираем вести тарифы. И еще раз. Очень удобное приложение МТС. Купили сим-карту, 1800 драмов в месяц, 3 гигабайта интернета. Неплохо. Там начался дождь, а мы идем в музей. Дождь идет, настоящий такой. А мы вот туда, в музей. Воскресенье с 11 до 5, со вторника до субботы с 11 до 18, закрывается в 17:15. Да, друзья, сейчас можно попасть только в 3 зала: археологические, украшения и оружие. Билет стоит 1000 на человека. Понял, мы вчера были в пещере и видели такой маленький ботиночек 37 размера, который на этих 5,5 тысяч лет назад, он где-то здесь. Это здесь? Здесь. Понял. Прямо здесь происходили раскопки. Это колонна, основание колонны, 2 век, а это раскопки. Разные фигурки, 1-2 век, ведь это все делалось руками. Первый раз встречаю такой интересный музей, хотя я был вот в подобном месте, это Мехико-Сити, археологический музей в столице Мексики. Мехико-Сити в районе Чапултепек. Там тоже много такого всего интересного и древнего. Есть даже календарь ацтеков. Хотя многие путают его с календарем майя. Такая огромная ваза. 1 век. Второй век из оникса. Афродита. 2-1 век до Рождества Христова. Спасибо археологам. Очень интересная работа. 2-й зал. Украшения. Я так понимаю, что центр раскопок находится в городе Арташат. А мы вчера как раз проезжали по дороге на Джермук, водопад, по этому маршруту через Арташат. Думаю, что на днях заедем обязательно туда, посмотрим, что там можно интересное еще найти. 3-й зал, оружие, винтовки, мушкеты. ППШ, вооружение армянских воинов, армянская армия. Знаменитый пулемет «Максим», 2-й герой Советского Союза, маршал Баграмян Иван Христофорович. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Марьям, я работник из исторического музея. Вы можете посмотреть в нашем музее много чего. Ну, наш старт каменного века до сегодняшнего дня, но сейчас у нас ремонт. Можете посмотреть 3 временные выставки: оружие, украшения и старинный город Арташат. Да, кстати, мы вчера проезжали по дороге на водопад город Арташат. Да. То есть сюда стоит заехать, да, чтобы посмотреть. Это дольки временные археологических раскопках. Эта выставка стоит посмотреть. Понял. Скажите, пожалуйста, самый ценный экспонат на этой выставке? Самый ценный экспонат для туристов, я могу сказать, это медведь, ритуальный медведь.
У нас тоже есть копии из них, вы можете его покупать. Это очень ценно. Да, ценный. Понял. Спасибо, Мария, огромное за гостеприимство, за информацию. Вам тоже. Всего доброго. Всего доброго. Огромное спасибо Армении и Еревану за гостеприимство, за такой прекрасный музей. Нам очень понравилось. Мы побывали сегодня в трех залах. Это археологические раскопки, это женские украшения и оружие. Очень понравилось. Всем рекомендуем. Спасибо персоналу. Сориентировали, помогли, подсказали. Увидимся. Пока.